Уточки тут отдыхают. Доброго времени суток, друзья. Я думал, это... А, да, это ворона, он прилетела. Сразу не понял, думаю, где она каркает. Вот как красиво. Они так переговариваются. Сейчас солнышко искрится. От водички так красиво вообще. Плохо что-то фокусировался телефон в определенном режиме, друзья. Извините за съемки. Чайки прям здесь прописались. С десяток чаек тут видел. Там вон лодочка стоит. Плакучая ива. Красиво, красота. Красота. Ну, телефон, конечно, насыщенность такую не передаст, друзья. Кустарнички такие ярко-ярко-желтые. Очень красиво смотрится. Уточка прилетела. Ой, надо туда еще пройтись, прогуляться. Там березки. Тоже лавочки виднеются, я вижу. Очень достойно и красиво. А детки, друзья, вообще будут под впечатлением. Я видео смотрел, мне показывала девочка одна. Сколько тут на этом мостике было деток, они кормили этих уточек. Вот, и сколько было восторга, радости и счастья. И для счастья совсем мало надо. А вон там кормят. Я подходить не буду, если сфокусируется телефон. Что-то в определенном режиме не хочет фокусироваться. Кормят. Подходят, по-моему, прям с рук он кушает. Класс. Вот и люди начали подходить. Вот ближе к 10. И так с утра никого нет. Благодать вообще. Вон лебедь. Лебедей я еще не видел. Роскошный лебедь подплывает. Ай,
лебедь с лебедятами, а сзади лебедята, друзья. Представляете? Ну, это, наверное, мама или папа. То обычно лебеди плавают впереди, по-моему, папа, а сзади мама. Или наоборот, тоже не помню. Ну, видимо, вот время, и они подплывают, знают, что или услышали, или увидели людей. А, тут целая группа подошла. И вот они подплывают в надежде, что им что-то кинут покушать. Покормят, вернее. Неправильно выразился. Смотрите, какой красавец. А сзади он пять лебедят. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Девочки, гуляем. Мила, мне нужна фото. Какой роскошный, солидный. Класс. Как я люблю лебедей. А я что делаю? Класс, друзья. Я уже все свои 28 зубов вытяжила. Пришла группа ребят, друзья. Буду тут фотографироваться, я буду уходить потихоньку. Смотри, тебе видно? В общем, друзья, маленький кусочек вам. Сейчас одну секунду я могу покажу. Красоты этой. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всем спасибо за просмотры. Извините, может быть, некачественное видео было. Всем добра.